Всем привет, чуваки, с вами Акула и Пика. Пика, поздоровайся, чуваки. Салам, чуваки. Да, здравствуйте, чуваки. И, в общем, Непы только что обыграли ТСМ, и мы делаем прогноз на полуфинал. В полуфинале сыграет Фнатик и ВП. Я думаю, что Virtus.pro должны выходить. Какого Ты как думаешь, мнения? Пика? Пика такого же мнения, ребята. А вы какого мнения? Напишите в комментариях. Здесь будут Непы. И NIP Invice, это 100%, ребята, уже вышли, мы только что посмотрели и только что выложили видос. И Team Invice, скорее всего, отсосет, я уверен, у НИПов. И НИПы, ВП будет финал, и в финале НИПы должны обыгрывать ВП. Вот такие наши прогнозы, да, Пика? Ну, я думаю, вот NVAS, НИП будет очень плотный полуфинал. Я думаю, там кэш будет. Кэш решает, я думаю. Решает здесь. Ну, мне кажется, Непы должны выигрывать 2-0. 2-0, думаешь? Да. Ну, мы посмотрим, ребята. Ладно. Непы дальше должны проходить. И Virtus.pro тоже. В общем, болеем за Непов, да? Я не знаю. Virtus.pro российская организация. Ну, там поляки. Ладно, ребят, да, наши все команды вылетели. Нави, последняя надежда, тоже поборолась, но Cobblestone подвел. И Старикс тоже. Так что, ребята, спасибо, что посмотрели наши прогнозы. Надеюсь, вам помогли прогнозы. Давайте еще раз скажем. ВП, НИП. НИП. Все. Всем пока, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.